Мне кажется, что за последние 20 лет, ну, точнее, 10, фильмы стали значительно хуже. Спрашивается, как с этим бороться? Я решил создать манифест. Он называется «Догма 95». «Догма 95» — это коллектив кинорежиссеров, созданный весной 1995 года в Копенгагене. «Догма 95» имеет целью оппонировать определенным тенденциям современного кино. «Догма 95» — это акция спасения. Высшая цель режиссеров-декадентов — обман публики. Неужели это и есть предмет нашей гордости? Кино — это не иллюзия. «Догма 95» выступает против иллюзий в кино, выдвигая набор неоспоримых правил, известных как «обет целомудрия». Ларс фон Триер. Пока все смеялись над манифестом, четыре кинорежиссера создали братство. Кристиан Левринг. Они торжественно поклялись хранить обет целомудрия «Догмы 95». Сёрен Крак Якобсен, избавившись от всех приспособлений и эффектов, которые появились в киноиндустрии за последние 100 лет. Томас Винтерберг. Помнится, все эксперты сказали, это ребячество. Ну, конечно, в «Догме» 10 пунктов, подобно тому, как в «Библии» 10 заповедей. Но никто не думал, что это произведет такой эффект. А почему? Потому что никто не хочет применять эти правила в своем творчестве. Ведь тогда придется работать на совесть.